из главных, так сказать, ролей в моей жизни. Очень давно, по-моему, когда мы работали в детском театре, да, по телевизору была какая-то телевизионная постановка этой детской какой-то пьесы. Я помню такую розовую красненькую кофточку. А мы только купили, практически он приобрела семья, цветной телевизор. Я почему запомнил то, что только включили, и там Муравьева. Я не знала, что это Ирина Муравьева, но у меня как рот открылся вначале, так и закрылся в конце только. Потому что следить за вами одно удовольствие. Юные щечки, рыжие волосы, такие вот хвостики были. Ну, и такой просто, ну, напор шел на нас, которые сидели около телевизора. Потом уже я поняла, что это актриса такая, пока еще не очень известная. Но я стала следить. Мало того, что следить, я у вас, конечно, немножко своровала образок-то. Да, да. А вот это вот, немножко такое, уверенно хабальское. А что? А что? Все могут крыть, иди отсюда. Вот это вот смелое такое, прямое. И я-то не такая. Я вот сейчас 10 лет как вышла из образа, а у меня концерт 17 апреля. Я никак эту дверь не могу найти, как обратно войти в этот образ. И поэтому я с таким удовольствием пришла сюда, чтобы вспомнить себя, поглядеть на вас, обнять вас, поцеловать, накопить энергию, пригласить вас на концерт, который называется «Постскриптум», но я бы назвала его «Остатки сладкие». Я уже, конечно, на 80 лет не рискну выйти петь. Но обещаю вам, это будет концерт танцевальный. Я просто была поражена, когда Макс сказал, Ира Муравьева приглашает нас на день рождения. Я только вякнула, как жену твою? Жена популярнейшего артиста. И я счастлива, что я живу другой жизнью, о которой я мечтала. Я благодарна Богу за то, что я много образов сыграла, спела, что я кому-то доставляла счастье этим. Собственно, мне много не надо было. Мне нужно было просто кого-то сделать счастливым, выходя на сцену. Но вот нашелся человек, который сделал меня счастливой. И я, честно говоря, если пою, то под его дудку. Браво! И вот на этих словах и пойдем к столу Галкин плюс один. Хорошо, я просто хочу, может, ты что-нибудь скажешь? А я хочу просто сделать маленький подарок, потому что... Так. Танец? Тебе микрофон нужен? Сюда? Нет, сюда. Нет. Вообще обычно не носит из дома ничего. Втихаря, пока я снимался, да? Да? Все, поздравляю. Я хочу сказать, что у нас уже была замечательная программа, где я столько слов сказал от всего сердца, и Ирина Вадимовна украсила наш эфир своим присутствием, и рейтинг был очень высокий. Да. Так что еще раз с днем рождения. Спасибо большое, для нас честь. Спасибо.